Еще раз добрый день, очень рад вас видеть. Адарнийе прадханмантри джи, парам дост, апка свагат хэ, хардик свагат хэ, апку дэхна сэ муже бари хуши хэ. Официальные разговоры у нас состоятся завтра. Апчарик бакчит кал хонэ вали хэ. А сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. Ну, вначале хотел бы вас поздравить с переизбранием на должность премьер-министра. У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, и умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа. इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Народ Индии голосовал именно за этот принцип. И я уверен, и я вы посвятили всю свою жизнь. Отбиваться ей. Мера ван лайф ван мишн है मेरा देश. Да, вы правы, у меня только одна цель это народ Индии.